У каждого своя задача. Полицейские выявляют нарушителей, выписывают протоколы. ЮИДовцы рассказывают о том, как важно и нужно соблюдать правила дорожного движения. Только за 2018 год произошло более 30 ДТП с участием пешеходов. Помимо того, что сотрудники ГИБДД выявляют эти нарушения, мы решили еще и напомнить данным категориям, данным участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения. Помощниками сегодня выступают юные инспекторы движения из 4 образовательных учреждений города. Ребята будут вручать информационные листовки, напоминать пешеходам и водителям о соблюдении дорожных правил. В отряде ЮИД Даша Кропотова уже второй год и не раз принимала участие в подобных акциях. Сама она всегда соблюдает правила дорожного движения, пристегивается в автомобиль и всех призывает к тому же. А кто, если не мы, говорит Даша. Ну, все зависит от них самих. Их жизнь в их руках. Водителям тоже. Они должны не нарушать правила. Не должны ездить на красный свет, потому что поедут с другой стороны машины и может произойти авария. За 4 дня совместной акции ГИБДД и отрядом ЮИД розданы сотни информационных листовок и выписано порядка сотни протоколов нарушений правил дорожного движения. Причем как водителям, так и пешеходам за переход дороги в неположенном месте. И те, и другие понесут административную ответственность. Ирина Шавлюк, Дмитрий Новопашин. Местное время.